Друзья, приветствую! В этом видео я хочу представить вам презентацию нашего проекта. Это проект создания инновационного агробиоцентра. Эту презентацию мы передали в 2020 году в декабре в администрацию Майкопского района Республики Адыгея. И сейчас продолжаем сотрудничество с администрацией по предоставлению земли и в дальнейшем поддержке с точки зрения финансирования проекта. Презентация будет условно разбита на три части. Первая основная часть – это короткое изложение сути нашего проекта, какие будут направления, какие проекты будут реализованы в рамках всего агробиоцентра. И второй блок – это короткое знакомство с нашей командой. И третий блок – это визуальное фотосопровождение основных направлений деятельности, поскольку мы планируем к реализации те направления деятельности, которые сейчас не являются общепризнанными, распространенными по различным областям деятельности человека в разных странах, но при этом они крайне перспективны, обладают особыми преимуществами относительно традиционных общепризнанных систем. И сейчас из этой презентации вы узнаете, почему это так. Итак, начнем мы с резюме проекта. Основной ключ, который мы пытаемся донести, это то, что мы создаем регенерирующие формы сельского хозяйства на территории центра. И, соответственно, есть несколько направлений, по которым можно вести такую деятельность. На следующем слайде вы поймете, зачем, в принципе, этим нужно заниматься. Итак, первое направление деятельности – это создание лесопастбищного биокластера. Это целый куст проектов, он поэтому и называется кластер. Куст проектов, связанных с лесопастбищным агролесоводством. И если вы не знакомы с этой системой, также вы получите полное представление о том, что это такое. Второе направление – это восстановление утраченного биома колхидского леса. Это, по сути, второй якорный проект. Первым является лесопастбищный биокластер. Также третье направление, которое содержит в себе тоже много подпроектов, это пул малых агропроектов. Это проекты, которые отличаются небольшой площадью, то есть от 10 соток и включая до, там, до гектара, 2-3 максимум. И четвертое направление – это создание нового агропродукта, то есть это агротуризм. В Адыгее и, в принципе, в России агротуризм является перспективной разновидностью деятельности сельскохозяйственной организации или фермера, но при этом по факту он мало где реализован. Практически, ну, в Адыгее он точно не реализован. И цели проекта, основные цели проекта – это производство биопродуктов. Что такое биопродукты? Это биологически полноценные продукты питания и напитки. То есть сейчас, к сожалению, пищевые продукты утратили свою, начинают утрачивать все в большей степени с каждым годом, с каждым десятилетием, все в большей степени утрачивают свою пищевую ценность. И наша задача в нашем проекте – это восстанавливать исконную пищевую ценность всех производимых нами пищевых продуктов. Поэтому мы, соответственно, выбираем определенные направления деятельности, определенные виды и системы производства, которые способны на это, потому что не каждая сельскохозяйственная система способна произвести качественные продукты. То есть это определенные стандарты, которым должны соответствовать все агротехники, применяемые, подходы к управлению территорией. И в совокупности тогда вы можете получать биологически полноценные продукты. Естественно, мы будем это делать в том числе без использования синтетических минеральных удобрений, различных биоцидов, пищевых добавок и тому подобных вещей. Сейчас общепризнанным считается органическое сельское хозяйство в зарубежных странах. В России оно вот только-только начинает быть известно, принят закон о введении понятия органическая продукция. И здесь в органическом сельском хозяйстве основной акцент делается на экологическую безопасность. То есть, что при производстве продукции сельскохозяйственной по органическим стандартам не используются вредоносные элементы. И, соответственно, такая продукция является чистой. Но с нашей точки зрения это недостаточная характеристика качественных продуктов питания. Это говорит лишь о безопасности, но не говорит о полезности таких продуктов. Чтобы быть полезным, такие продукты должны содержать высокую концентрацию ключевых нутриентов. И вторая цель проекта – это масштабирование методов, которые будут внедряться на нашей территории в Южном федеральном округе, а затем в дальнейшем и в других регионах Российской Федерации.
Инвестиции по предварительным оценкам на ближайшие 15 лет составляют по проекту порядка 725 миллионов. Это инвестиции, именно инвестиции в основные средства. Понятно, что операционная деятельность там также будет составлять существенные финансовые величины. В 10-летнем горизонте это, соответственно, около 550 миллионов рублей. Какие результаты мы хотим получить? Это развитие регенерирующих форм сельского хозяйства в нашем регионе, в целом в стране, привлечение частных инвестиций в нашем регионе, развитие агротуризма и конкретно на этой площадке, которая сейчас включена в эту презентацию, площадка имеется в виду земельный участок, будет создано около 162 рабочих мест, из них 28 сезонных. Прежде чем перейти к описанию сути нашего проекта, что будет реализовано, нужно понять, зачем все это делать. Зачем нужно делать что-то иначе, отличное от того, что сейчас делает традиционное сельское хозяйство, животноводство и другие направления деятельности. Поскольку наша деятельность не будет ограничена только сельским хозяйством. Итак, первая проблема, с которой мы будем работать на территории агробиоцентра, это экологический ущерб, который наносит современное промышленное, индустриальное, сельское хозяйство и животноводство. Выражается он в том, что по данным определенных департаментов, во втором приложении будет ссылка, конкретный слайд с ссылкой на эту величину. Эрозия почв, то есть физическая потеря плодородных почв по мировому объему составляет 75 миллиардов тонн в год. То есть это космическая величина, и я во втором приложении попытаюсь донести до вас существенность этой величины. Также применение минеральных, синтетических и иных удобрений, а также биоцидов приводит к тому, что происходит загрязнение грунтовых вод, водотоков, и, соответственно, затем эти загрязнения попадают в нашу с вами пищу и в том числе в конечном итоге оказываются в грудном молоке. Помимо этого, современное сельское хозяйство, животноводство, индустриальные формы монокультурного лесоводства и другие направления деятельности человека приводят к дестабилизации климата. И сейчас мы с вами все на личном опыте уже это успели ощутить. Это опустынивание, то есть падение уровня рек в водах, падение уровня осадков, ежегодных среднегодовых осадков и включение режима наводнений и засух. То есть в одни сезоны года у нас наводнение, а в другие сезоны года у нас засуха. И также температурные аномалии, когда у нас летом может выпасть снег и может быть ноль или минус, и когда зимой у нас большой плюс, соответственно, нет снега там, где он всегда был. Какие решения мы хотим предложить и реализовать на территории агробиоцентра, которые могут полностью устранить эти эффекты, если будут масштабированы на большой территории, ну и, соответственно, на конкретно нашей территории мы однозначно решаем проблему эрозии и загрязнения водотоков с помощью восстановления почвенной пищевой сети. Это микробиология почвы, это прорывная биотехнология, которая сейчас только-только становится известной агрономам. Многие агрономы никогда в своей жизни не использовали эти знания на практике. Они, может быть, слышали, что там она есть, почечная микробиология, но они никогда не знали, какую она функцию выполняет. И второе направление – это с дестабилизацией климата нужно работать на больших площадях, естественно. Это восстановление почечной пищевой сети на огромных территориях и использование агролесоводства. Агролесоводство – это применение древесно-кустарниковых растений на обширных площадях сельскохозяйственных угодий. Специальным образом проектируется система, которая позволяет удобно выращивать полевые культуры, заниматься животноводством, и при этом на этой же самой территории присутствуют древесные насаждения. И по оценкам некоторых экологов, процент площадей под древесными насаждениями должен составлять порядка 30%, тогда это будет содействовать восстановлению биотических процессов, которые регулируют климат. Следующая проблема, с которой мы работаем, это скрытый голод. Что такое скрытый голод? Всем известен просто понятие голод, когда человек просто не получает достаточного количества питательных элементов, жиров, белков, углеводов, калорий и так далее. Сейчас во многих странах мира эта проблема решена, то есть голод, он все еще присутствует на Земле, но в явном виде. На небольших территориях, в основном в африканских странах и других регионах мира присутствует. Он еще сохранился, это не полностью решенная проблема. Но даже в тех странах, где, казалось бы, в принципе нет голода, да, это западные страны, США, Европа, Россия,
Здесь присутствует скрытый голод, это дефицит ключевых нутриентов. Когда, казалось бы, человек потребляет нужное количество калорий, он потребляет нужное количество белков, жиров, углеводов, но он недополучает ключевых нутриентов. Это микро- и макроэлементы, минералы и основные ключевые витамины. И это в конечном итоге ведет к росту неинфекционных болезней. И по данным 2019 года в мире было зафиксировано около 55 миллионов смертей. Из них 74% приходится на неинфекционные болезни. То есть это 40 миллионов человек умерло в 2019 году от неинфекционных болезней. При этом мы с вами не видим никаких мер борьбы с этими болезнями, которые бы анализировались на мировом уровне, как это сейчас делается с известной инфекционной болезнью. Для того, чтобы решить проблему скрытого голода, нужно восстановить пищевую ценность продуктов питания. Для этого нужно восстановить почную пищевую сеть, которая кормит растения. Она создает механизмы, которые позволяют из минеральной структуры почвы вывести ключевые нутриенты и сделать их доступными для растений, поскольку у самого растения ферментативный аппарат крайне слаб. И, естественно, это в совокупности должно происходить с использованием агролесоводства и бережными методами переработки и консервации продуктов, которые в конечном итоге могут даже в некоторых случаях увеличивать пищевую ценность, если они правильно применяются. Допустим, та же ферментация. И третья проблема, с которой мы работаем, это медленная диффузия инноваций. К сожалению, большинство открытий, которые могут принести большую пользу в различных областях деятельности человека, проходят очень длительный цикл от своего первичной апробации до широкомасштабного использования в практической деятельности. И таких примеров на самом деле очень много. Я могу привести просто один из таких примеров. Это тоже органическое сельское хозяйство, которое сейчас на обширных территориях практикуется в западных странах. И у нас только сейчас, вот спустя 80 лет после первичной публикации работ одного из основателей органического сельского хозяйства, где он уже описывал около 26 лет своих практических экспериментов в области органического сельского хозяйства. Через 80 лет у нас только принят закон о том, что, в принципе, мы говорим, что нужно это создавать, органическое сельское хозяйство, рынок органических продуктов. И, к сожалению, не все современные агрохимики, почвоведы рассматривают органическое сельское хозяйство как даже теоретически возможное, несмотря на то, что рынок органических продуктов уже достиг 100 миллиардов долларов в год в мировом масштабе. Итак, теперь мы перейдем непосредственно к описанию тех направлений деятельности, которые будут у нас основными. Первое – это создание лесопастбищного биокластера. Это комплексная агролесоводческая система. Она основана на биологических методах управления пастбищем, животным и высокоценными древесными насаждениями, деревьями и кустарниками. Здесь вы видите иллюстрацию. Это примерно условное изображение такой системы. То есть, когда мы имеем полевые участки, где у нас пастбище, соответственно, находится, есть аллеи с ценными деревьями, которые несут либо орехоносные функции, плодовые функции или выполняют функцию, соответственно, производства ценной древесины, декоративной или строительной древесины. И в дальнейшем, естественно, они выполняют по достижению определенного уровня развития, выполняют и экологические экосистемные функции. Итак, на территории лесопастбищного биокластера на нашем участке в порядка 240 гектар, который планируется к реализации этого проекта, будет запущено 5 ферм пастбищных кур-несушек. Это содержание кур-несушек на траве, когда, соответственно, они весь сезон от, в наших условиях климатических, это с середины марта по ноябрь, а в прошлом году у нас было и по 1 число декабря, куры находились на траве. И, соответственно, каждый день, если большой курятник, он каждый день перемещается, если курятник поменьше, то, соответственно, перемещается раз в два дня. И, соответственно, каждый день у курицы есть, помимо базового рациона, есть доступ к основному естественному корму наподобие насекомых, червей, и, естественно, травы. Трава тоже является важной частью рациона курицы в данной системе.
И в дальнейшем я покажу, чем отличаются яйца от пастбищных кур от яиц от промышленных кур. Следующее направление – это ферма пастбищных бройлеров. Тот же самый механизм, только немножко есть небольшие технологические отличия, поскольку бройлеры – это достаточно молодые птицы, и они не имеют таких же навыков быстрого перемещения, защиты от хищников, укрытия от стихий. Соответственно, они не выпускаются из перемещаемого мобильного курятника. И также они питаются базовым рационом, как и любая бройлерная курица, основанная на зерновых культурах. И в дальнейшем потребляют большое количество травы. Это также создает положительные эффекты на качество получаемого мяса. Следующее направление – это пастбищная индейка. Тот же самый принцип, только здесь уже птица более, соответственно, в более взрослом состоянии выводится на пастбище, и, соответственно, она не нуждается в таком объеме защиты, как, допустим, те же бройлеры или несушки. И они более свободны в своих перемещениях, могут ходить на более удаленные расстояния. Следующее направление – это уже включение крупных и малых рогатых животных, это коровы, соответственно, и козы, которые будут содержаться на, в данном случае, коровы на 100% травяном откорме. Молочный КРС в России – это крайне большая редкость, практически нигде не существует в товарном объеме, то есть, возможно, кто-то для себя и в целях экономии на комбикормах, соответственно, не использует комбикорма, но в большинстве случаев, даже когда люди держат для себя молочную корову, они кормят ее зерном, различными видами зерна, а это не является видовым питанием для коровы и, соответственно, существенным образом влияет на биохимию получаемого молока. Об этом тоже будет несколько слайдов во втором приложении. Также будет ферма альпака. Это, соответственно, животные, которые дают высокоценную шерсть, которая теплее, легче и не колется так, как шерсть овечья. И при этом сами животные весьма интеллектуальны и, соответственно, с ними можно общаться, особенно дети любят с ними общаться. Будет также переработка получаемой продукции. То есть, поскольку у нас 100% травяной откорм, и плюс, естественно, там, где козы, там будет доступ еще и к древесным кустарниковым насаждениям, то получаемая продукция, мясная, молочная и иная продукция, она содержит гораздо больше витаминов и ключевых нутриентов, чем промышленные стандарты могут обеспечить. И эта разница может достигать от 2 до 10 крат, в зависимости от того, какой нутриент мы будем сравнивать. И во втором приложении будет более детальная информация с конкретными сопоставлениями по этим ключевым нутриентам. Итак, переработка по молоку, соответственно, у нас первая переработка пойдет примерно в 2024 году. Это будет маслобойный цех, который будет производить высоковитаминное масло с высоким содержанием витамина А, Д и К2. Это ключевые нутриенты, которые очень сильно влияют на иммунитет, на усвоение кальция и многих других минералов. Также будет запущена сыроварня, в том числе итальянских сыров. Мы находимся в Республике Адыгея, здесь очень много производителей адыгейских сыров, поэтому мы с ними не планируем конкурировать, а планируем двигаться в другую нишу. А также будет цех пакетированного молока, цех молочных продуктов, естественно, молоко, все 100% травяного откорма, чего в России сейчас нет в принципе в товарном объеме. Также будут свои собственные микропункты забоя птицы. И забой уже КРС, МРС, те, которые не остаются на племя в нашем стадии, соответственно, он будет происходить на внешней бойне. И также будет продаваться мясо 100% травяного откорма, что, в принципе, в России сейчас есть, но это большая редкость, и в большинстве случаев это чисто маркетинговый ход, который не соответствует действительности, то есть называют травяным откормом то, что на самом деле таковым не является. А второй якорный проект – это Колхидский лес, восстановление биома Колхидского леса. Это реликтовая экосистема третичного периода. Она была очень широко распространена около 23 миллионов лет назад. И сейчас с наступлением существенного похолодания, мы с вами, сообщу вам, живем в период ледникового периода. Соответственно, у нас очень много сейчас ледников, и они там доходят до очень дальних южных широт.
и то, что сейчас на Земле теплеет, это, с моей точки зрения, это не глобальное потепление, это отступление ледникового периода. То есть мы сейчас восстанавливаемся от ледникового периода. И вот эта система, она достигала по своему местоположению до широт Киева и даже северней. А сейчас она сохранилась лишь в некоторых узких ущельях, лощинах на Черноморском побережье, в Грузии, в Абхазии, и присутствует в таком практически исчезающем виде. Отличительной особенностью этого вида леса является то, что он является многоярусным. В нем присутствует вечно зеленый подлесок, при этом присутствуют внеярусные растения, лианы, в том числе вечно зеленые, и очень большое количество реликтовых растений. Ну и, соответственно, здесь вы видите график, как этот биом и, соответственно, этот проект будет реализован на нашей территории. То есть сейчас мы ведем работу по анализу видового состава, уже значит, процесс выращивания ключевых элементов данного биома. В этом году, в 2021, он будет расширен и на полную поставлен уже в 2022 году. И дальше, соответственно, мы приступаем уже к проектированию всего экопарка и созданию ирригационной системы, дорожно-тропиночной сети и восстановлению почвенного плодородия, поскольку это очень комплексная система, требующая высокого содержания грибной микробиологии в почве, и это непростая задача восстановить, но методы работы с почвенной пищевой сетью нам доступны и позволят это сделать. Ну и ориентировочно прием гостей по этому проекту начинается в 2030 году. Третье направление – это пул малых агропроектов. Здесь мы предполагаем реализацию маломасштабных форм производства, которые будут давать высокоценные биопродукты растительного и животного происхождения. При этом мы будем использовать регенерирующие формы сельского хозяйства. Первый из них – это ферма интенсивного биоогородничества. Соответственно, на территории будет реализовано 5 полномасштабных ферм и одна демонстрационная для наших агротуристов. Второе направление – это лесное фермерство. Основной акцент на выращивании грибов шиитаки на поленях под пологом леса. И в этом же проекте могут быть реализованы другие малые подпроекты наподобие выращивания других видов грибов на поленях, в том числе также можно выращивать лекарственные растения наподобие женьшеня, золотого корня и многие другие не менее интересные и полезные лекарственные и пищевые растения. Еще один проект – это интегрированная аквакультура, совместное выращивание на одной территории риса, утки и, возможно, рыбы. Также лесополевая ферма – это разновидность также агролесоводства. Позволяет выращивать на одной территории древесно-кустарниковые ценные растения и в полевой части возможно выращивание любой полевой культуры, начиная от зерновых, лекарственных или виноградных культур. В нашем случае мы будем делать основной акцент на амарант и другие ценные зерновые культуры наподобие полбы. Будет также реализована небольшая виноградная ферма по системе Магмария. Это выращивание виноградных лоз на живой шпалере, то есть на живых деревьях. Это древняя система, которая несколько веков назад была, точнее, может быть, даже несколько тысяч лет назад была сменена современной системой, когда выращивается на шпалере неживой и, соответственно, маленькая карликовая форма виноградных лоз. Также будет реализовано несколько комплексов, многофункциональных биокомплексов. Об этом более подробно будет во втором приложении, что это такое, зачем и чем это интересно. Развитие агротуризма. Здесь вы видите схему, часть проекта обустройства нашего агробиоцентра. И пунктиром обозначен, красный пунктир – это условный возможный маршрут для агротуристов нашей территории. Все начинается с зоны для первичного приема гостей. Дальше по Колхидскому лесу мы идем и исследуем парк под названием «Тайны Колхидского леса». Дальше гости территории попадают в лесопастбищную систему с павловней. Что такое павловня, вы сейчас узнаете. И здесь же можно посетить будет ферму пастбищных бройлеров и дальше зайти в ферму с альпакой, то есть посмотреть на альпаку, пообщаться с животными,
После этого мы перемещаемся к лотосному пруду, а дальше мы посещаем демонстрационную ферму лесного фермерства, где выращиваются грибы шиитаки и другие культуры. После этого возможно посещение интегрированной аквакультурной фермы, где выращивается рис и утка. И дальше по Колхинскому лесу мы приходим к территории расположения демонстрационного интенсивного биоогорода. И после него по лесосаду лечебно-профилактических культур мы завершаем наш круг и возвращаемся на исходную точку. И таким образом у нас будет на территории доступно несколько форматов агротуризма. Индивидуально семейный, когда просто семья приезжает в любой удобный момент и посещает те или иные объекты, которые могут быть открыты для вот такого не периодического посещения, а для постоянного посещения, допустим, Колхидский лес, какие-то другие системы. А дальше будет возможен групповой отдых, то есть когда приезжает там целый автобус с туристами, и мы для них проводим экскурсию, вот допустим, по такому маршруту. И, соответственно, третий вид – это событийный туризм, когда мы можем организовать гастрономические и прочие мероприятия, связанные с нашей территорией. И, соответственно, здесь вы видите график мероприятий по этому направлению деятельности. На этой иллюстрации вы видите полностью проект обустройства практически всей части, всей территории агробиоцентра. Общая территория достигает порядка 240 гектар. Эта часть условно отводится под лесопастбищную систему с павловней. Понятно, что тут есть другие включения. Мы сейчас поймем, что это за включение. Нижняя часть, нижняя, говорю, с точки зрения уклона. То есть у нас здесь есть уклон на восток. Поэтому это выше по рельефу, а эта часть ниже по рельефу. Здесь у нас находится лесопастбищная система с ценными орехоносами. Центральная темно-зеленая полоса – это парк Тайны Колхидского леса. Здесь у нас располагается основной блок огородных модулей, то есть это интенсивный биоогород, фермы для семей. Каждый квадрат здесь – это гектар, и, соответственно, на одном квадрате размещается две семьи. Это ферма виноградная, ферма Маглари. Здесь у нас размещается полевая система, лесополевая система с амарантом. Это у нас демонстрационная ферма по выращиванию грибов шиитаки, лесное фермерство. Здесь у нас находится интегрированная аквакультура, лесосад лечебно-профилактических культур. И вот эти вот квадратики – это места для размещения членов нашей команды. То есть это здесь размещается дом, огород, там, личный сад, какие-то хозбытовые постройки для всех участников нашего проекта. Для реализации этого проекта мы, соответственно, обращаемся к администрации с целью получить площади, необходимые для реализации этого проекта, из земель, находящихся в юридическом статусе, который непростой, и мы поэтому и обращаемся к администрации для того, чтобы разрешить эту проблему с получением земли. То есть мы на текущий момент имеем в собственности 23 гектара, а в аренде 10 гектар, итого 33 гектара. Планируем от администрации получить поддержку в виде земельного массива в 92 гектара. Дальше будет около 10 или 11 гектар еще выкуплено, и здесь у нас на юге находится массив земельных участков частной собственности, с которыми мы в дальнейшем планируем заключить договор о совместной деятельности. И для того, чтобы получить землю, мы предоставляем эту, собственно, презентацию администрации и хотим получить статус масштабного инвестиционного проекта, который нам позволит получить эти земли без проведения конкурсов, аукционов и тому подобных мероприятий. И, собственно говоря, мы уже получили положительный ответ от администрации на наш проект. И сейчас начата работа по формированию земельных участков, которые мы запрашиваем. И также готовится инвестиционный детальный бизнес-план, который позволит по соответствующему закону Республики Адыгея получить статус масштабного инвестиционного проекта и в дальнейшем, естественно, получить эти земельные участки без конкурса.
В чем преимущество нашего проекта для Республики Адыгея и, в принципе, для нашего региона? Это первый в России и СНГ масштабный агропроект, основанный на природоподобных технологиях. Первое из них – это восстановление почной пищевой сети. Эта технология в конечном итоге позволяет полностью отказаться от всех видов удобрений и биоцидов, даже от органических. И, соответственно, это может привести к и способно привести к регенерации почвенного плодородия при получении высоких и стабильных урожаев, не страдающих от воздействия патогенов, насекомых, вредителей и тому подобных негативных эффектов. Также наш проект основан на агролесоводстве, которое подразумевает несколько систем. Это лесопастбищная, лесополевая, лесосадовая и лесное фермерство, а также защитные многофункциональные насаждения. В конечном итоге проект будет производить высококачественные биологически полноценные продукты с повышенным содержанием ключевых нутриентов. По существенному ряду позиций у нашей продукции сейчас нет, и если не будут люди перенимать наши стандарты, то, соответственно, не будет аналогов в России и СНГ. При этом мы основываем свой проект на передовых социально-экономических моделях взаимодействия всех заинтересованных сторон во втором приложении, а точнее даже сейчас я уже кое-какие вещи перечислю, вы поймете, о чем идет речь. Также мы будем привлекать квалифицированные кадры и инвестиции из других регионов России, и об этом вы тоже поймете из нашей команды, кто уже сейчас входит в нашу команду. Также мы планируем привлекать экспертов в области регенерирующего сельского хозяйства. В том числе будем участниками и членами фонда Сколково. Это будет необходимо для финансирования некоторых подпроектов нашей инициативы. Соответственно, в рамках направления биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности мы будем участвовать в разделах 6.6, 6.7. Также есть такой ученый Алан Савори, он сейчас создал международный институт, и у этого института есть хабы, то есть узлы, учебные центры по многим странам мира. И в 2021 году мы планируем начать процесс включения нашей инициативы в эту сеть таких хабов, и, соответственно, это позволит нам получить поддержку от ведущих мировых экспертов в области целостно планируемого выпаса, регенерирующего сельского хозяйства и целостного управления. Также мы будем налаживать контакты с передовыми регенерирующими фермерами в США, Европе, Новой Зеландии, Австралии и других странах, именно с теми фермерами, которые работают в тех направлениях, которые будут реализованы у нас в нашем проекте, и при этом достигли того же масштаба, который планируется у нас, или превышают его. И, соответственно, сами агропроекты, которые я перечислил, они сами по себе являются уже ценной и важной составляющей нашей инициативы, но при этом они очень хорошо сочетаются с агротуризмом, с гастротуризмом и экотуризмом. При этом также мы будем оказывать существенное воздействие на местную экономику, в том числе за счет создания рабочих мест, отчислений в бюджеты различных уровней. Итак, каким образом будет реализован этот проект с точки зрения организационной структуры? И, соответственно, каким образом он будет финансироваться? Основным держателем всех ключевых активов – это, в первую очередь, земля и инфраструктура. В том числе по некоторым проектам также будет и активы, относимые непосредственно к проектам. Это будет сельскохозяйственный потребительский кооператив. Членами такого кооператива будут крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, производственные кооперативы и иные организационно-правовые формы, в том числе, возможно, самозанятые и ЛПХ. Соответственно, каждый проект, который будет запускаться на территории инновационного центра, будет оформлен через ту или иную организационно-правовую форму. На нем будут, соответственно, вестись основная деятельность. То есть деятельность основная будет вестись через конкретные организационно-правовые формы специализированных проектов. Здесь на СПК будет выполнять функцию держателя активов, то есть защиты активов, будет выполнять функцию создания совместного инфраструктуры совместного пользования. И таким образом будет идти кооперативное владение ключевыми активами, ключевой инфраструктурой, важной для жизни всей инициативы. Финансирование
В первую очередь будет идти в том числе за счет грантов на развитие материально-технической базы сельхозпотребкооператива. Это имеется в виду, когда кооператив достигнет соответствующих критериев. То есть он должен проработать там более года, должен иметь минимум 10 участников сельхозтоваропроизводителей и так далее. И, естественно, пока сельхозпотребкооператив не достигнет таких критериев, первое финансирование будут получать проекты напрямую. На, допустим, проекты на гранты агростартап или гранты на развитие семейных сельскохозяйственных ферм, животноводческих ферм и иные формы грантовой поддержки. Понятно, что, естественно, необходимо и софинансирование собственных средств, и в том числе заемных средств. И такие проекты будут их привлекать. Отдельный подпроект наравне с вот этими всеми проектами, это будет производственный кооператив Агробионова, который будет, скажем так, такой тестовой площадкой. В рамках этого производственного кооператива будут тестироваться ключевые проекты, инициативы. И в дальнейшем они будут уже масштабироваться в отдельных спецпроектах, в отдельных крестьянских фермерских хозяйствах или иных организационно-правовых формах. К этой структуре также будет относиться лаборатория почной и пищевой сети, то есть это подпроект, который будет оказывать услуги по восстановлению почного плодородия и выведению почной микробиологии до необходимых стадий сукцессии, так чтобы могли расти хорошо, допустим, огородные растения. Это одна стадия сукцессии, одна микробиология. Если мы говорим о древесно-кустарниковых насаждениях, это другая микробиология, там у нее другая структура почной и пищевой сети. И соответственно, для того, чтобы получить наилучшие результаты в каждой системе землепользования, нужно вывести микробиологию до необходимых параметров. В Агробионово также будет учебный центр. В нем будут проходить обучение все члены инициативы по тем направлениям деятельности, которые необходимы им для реализации своего специализированного или коллективного проекта. И масштабирование, как уже сказал, будет происходить через отдельные подпроекты, через франшизу, то есть будет сопровождение методологическое, интеллектуальное, ресурсное сопровождение через франшизу конкретных сопровождений конкретных подпроектов, в том числе и на внешних территориях. И также этот производственный кооператив будет членом сельхозпотребкооператива. Под финансированием этого проекта также будет использоваться фонд Сколково. Помимо грантов на сельхозпотребкооператив или КФХ, я не знаю, может ли производственный кооператив, занимающийся сельхоздеятельностью, соответствовать необходимым критериям для получения грантов от Минсельхоза, возможно, нет. Но основной здесь источник финансирования на первых порах – это фонд Сколково с точки зрения определенных направлений деятельности, которые фонд Сколково может финансировать. Третье направление и источник финансирования для всех подпроектов – это привлечение средств частных инвесторов. Этим будет заниматься непубличное акционерное общество «Южный фонд этических инвестиций». Это тоже будет элемент организационной структуры нашей инициативы. Соответственно, средства в него будут поступать от частных инвесторов. Это просто люди, бизнесмены, просто эксперты или специалисты с хорошими доходами, да, те люди, которые хотят инвестировать какие-то свои средства, имеющиеся располагаемые ими средства, в проекты, которые не только дают приемлемый уровень доходности, но и при этом еще оказывают какие-то положительные эффекты на экологию, на социально-экономическую сферу. В нашем случае будут соблюдаться все эти факторы и в том числе высокая доходность. И поэтому наши проекты называются и структура, которая будет отвечать за привлечение средств частных инвесторов, фондом этических инвестиций. Что это такое, мы с вами буквально через пару слайдов узнаем. Такой фонд будет ассоциированным членом в сельхозпотребкооперативе, то есть он является членом кооператива, но не обязан участвовать в хозяйственной деятельности, а может предоставлять финансовые ресурсы для его деятельности сельхозпотребкооператива и его членов, соответственно. Для того, чтобы решить вопрос с ограничениями на дивидендную политику в сельхозпотребкооперативе,
У нас будет использоваться форма договора совместной деятельности, которая будет заключаться между непубличным акционерным обществом Международный фонд этических инвестиций и конкретными специализированными проектами. То есть это соглашение, по которому они, эти стороны, проекты фонд этических инвестиций, осуществляют совместную деятельность и, соответственно, разделяют доходы от такой деятельности. И это позволит осуществить по факту взнос или вклад в капитал таких организационно-правовых форм, в которых обычно не предусматривают вклад в капитал, как, допустим, крестьянско-фермерское хозяйство или индивидуальный предприниматель. То есть вы не можете продать долю в крестьянско-фермерском хозяйстве или ВП. В производственном кооперативе там тоже есть аналог ассоциированных членов, и это будет даже можно осуществить без договора совместной деятельности, такое участие. Итак, соответственно, здесь у нас легенда, которая объясняет все связи, которые были указаны на этой организационно-правовой схеме. Период создания. Вот эти две структуры планируются к созданию в первом квартале 2021 года. То есть сейчас уже готов устав под реализацию сельхозпотребкооператива с учетом наших базовых соглашений. Что такое базовое соглашение, мы поговорим с вами на следующем слайде. И, соответственно, в первом квартале мы уже создадим сельхозпотребкооператив. И, возможно, к началу второго квартала мы начнем работу по агробионове. По фонду этических инвестиций это ориентировочный срок 4-й квартал 2021 года. Система управления. Как же мы будем управлять столь объемным количеством спецпроектов, специализированных проектов? Их у нас планируется порядка... На текущий момент, вот в той схеме, которую мы предлагаем, порядка 67 подпроектов в разных организационно-правовых формах. Как вы видели, структура у нас достаточно разветвленная. И, соответственно, нужно, это сложная комплексная коллективная инициатива. Нужно прописать определенные правила взаимодействия всех элементов, которые входят в эту инициативу. И мной был осуществлен синтез целого комплекса различных систем и концепций управления и разработанные базовые соглашения, которые сейчас внедрены уже в устав сельхозпотребкооператива. И, по сути, это уже готовая документация для регистрации ключевой структурного элемента нашей организационной структуры. Итак, базовые соглашения у нас их 9. Первое из них – это целостный контекст. Он описывает, зачем мы собираемся вместе, почему мы хотим действовать совместно, коллективно, а не поодиночке, к чему мы, в принципе, движемся в конечном итоге. Также целостный контекст является инструментом, который важен при принятии решений целостным согласием. И мы всегда опираемся на целостный контекст и сравниваем, ведет ли то решение, которое мы сейчас рассматриваем, реализация этого решения к достижению целостного контекста, того, что у него описано, или это отдаляет нас от этого. Соглашение номер 2 – это справедливая система управления. Я назвал ее целостный метод артельной организации. Второе – это метод принятия решений. Это, соответственно, соглашение номер 2 описывает, как распределяются властные полномочия, как функционирует вся система управления. А соглашение номер 3 описывает, каким образом непосредственно принимаются решения, как они вырабатываются, как они принимаются, как они пересматриваются. Четвертое соглашение описывает порядок принятия исключения участников в проект. Пятое – оптимальная организационно-правовая форма, то есть описывает, какие организационно-правовые формы допустимы в нашей инициативе и для каких элементов, какие структуры лучше использовать. Шестое соглашение – это финансово-экономическая схема, описывает, каким образом будет распределяться итог финансовой экономической деятельности, то есть результат от этой деятельности между всеми участниками инициативы, между всеми заинтересованными сторонами. Соглашение номер 7 – это положение об этических инвестициях, то есть описывается, на основе каких принципов будут инвестироваться средства, привлеченные от частных инвесторов, в наши проекты. То есть это этические принципы и экономические критерии, показатели. Восьмое соглашение – это кредитные уставные документы. Соответственно, для того, чтобы правильно использовать возможности той или иной организационно-правовой структуры, ее уставные документы должны быть корректными, не противоречить налоговому и иному законодательству и должны быть правильно оформлены.
Девятое соглашение – это целостный проект обустройства территории, то есть документ, который описывает на пермакультурных регенерирующих принципах, на принципах целостного землеустройства, как будет осваиваться территория всего центра, и в дальнейшем, соответственно, при ее расширении этот проект будет актуализироваться при расширении территории. Все это является элементами системы целостного управления РАЯР, которую я разработал за последние несколько лет исследований. Система управления основана на следующем, на синтезе и творческой переработке следующих систем и концепций. Это целостное управление Алана Савори, вот книга «Целостное управление», одна из ключевых книг Алана Савори. Социократия 3.0, очень важный ключевой элемент. Это вот по сути три системы. Это целостное управление Алана Савори, социократия и подход бирюзовых организаций. Это основной костяк. Он дополняется особенностями артели и артельного человека в нашей русской традиции. И я считаю, что артели является более высоким уровнем организационного развития, чем даже бирюзовые организации. Несмотря на все уникальные открытия, которые, в принципе, тоже были свойственны и артелям, артель является более высокой организационной формой, чем бирюзовые организации, потому что они были основаны на партнерстве, на партнерском взаимодействии всех членов артели. То есть люди складывались трудом, капиталом и по определенным правилам делили полученный результат. Бирюзовые организации, как я уже говорю, несмотря на все свои уникальные открытия, работают на принципе наемного труда. Также задействована мной концепция множественных форм богатства, которую Циолковский озвучил в своем труде «Идеальный строй жизни». И еще одна интересная концепция – это 8 форм капитала, которая озвучена Итаном Роландом в его книге «Регенерирующий предприниматель». Соответственно, в моей интерпретации получилось 9 форм капитала, по которым у нас будут как раз-таки 9 направлений деятельности на территории нашей инициативы. Также используется концепция организации с открытым центром. Ее озвучивал Джон Крофт на своем курсе по управлению проектами Dragon Dreaming. И, естественно, сама идея создания базовых соглашений и четкое прописание всех правил взаимодействия, приема членов, методов принятия решений и так далее, все это получено от Даяны Кристин с точки зрения того, что она описала актуальность и важность этих событий и осуществление этих мероприятий, потому что в противном случае, как говорит статистика, 90% инициатив коллективных, они рассыпаются, и рассыпаются в большинстве случаев под воздействием структурных конфликтов, которые не были поняты, не были предусмотрены, но, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому мы постарались по максимуму предусмотреть все необходимые меры для того, чтобы устранить структурные конфликты и повысить шансы нашей инициативы на успех. С точки зрения финансового капитала, в творческой переработке я использую концепции и идеи из модели Мандрагонской кооперативной федерации, системы Магомеда Чертаева, также труд «Большая игра в бизнес» Джек Стек, сам Магомед Чертаев на нее также ссылался, подход к распределению результата от экономической и хозяйственной деятельности от, соответственно, нашей народный вариант артельного подхода. И дальше некоторые концепции по финансовому планированию, озвученные в системе целостного управления Алана Савори. И концепция конкооперации, то есть это конкуренция в кооперации. То есть наши специализированные проекты будут конкурировать между собой в степени кооперации. Итак, с точки зрения этических инвестиций, есть такой фонд Australia Ethical Charter, он, соответственно, является фондом этических инвестиций, и у него есть определенная хартия принципов, которые описывают, какие проекты подлежат поддержке, какие проекты ни в коем случае не поддерживаются средствами частных инвесторов, которые разместили свои средства в этом фонде. И этот проект показал достаточно хорошие результаты, он, кстати, является наследием Билла Моллисона, это автор пермакультурного движения, пермакультуры в целом.
И это один из его выпускников, Билла Моллисона, создал этот фонд, и, соответственно, сейчас в нем более 2 миллиардов долларов в управлении. Это в Австралии фонд работает. И, соответственно, мы используем экономические показатели для того, чтобы повысить эффективность наших инвестиций. Мы стремимся организовать наши проекты таким образом, чтобы они соответствовали критериям экономической и финансовой эффективности, которые использует Уоррен Баффет при выборе тех компаний, в которые вкладываются средства его фонда. С точки зрения проекта обустройства и территории мы используем подходы пермакультура руководства для дизайнеров. Это та книга, которую мы перевели. Основной труд Билла Моллисона, основателя пермакультурного движения. Труд «Ключевая линия» Персиваль Альфред Йоманс. Соответственно, это вода для каждой фермы. Платформа Regrarian от Даррена Догерти. Это известный проектировщик генерирующих систем землепользования из Австралии, крупномасштабные в том числе. Методология управления почной пищевой сетью доктора Элейн Инхем. Различные виды агролесоводства. Наша разработка Советского Союза, соответственно, контурно-полосная система организации хозяйства Потапенко, которая позволяет останавливать водную эрозию почвы. И отдельные направления, разработанные Аланом Савори с точки зрения целостно планируемого выпаса, экологический мониторинг и так далее. Здесь вы видите иллюстрацию эффективности данных методов. При наличии одного и того же климата, одних и тех же осадков, мы можем видеть, что происходит там, где используются традиционные методы хозяйственные, и там, где используются методы целостно планируемого выпаса и целостного управления в принципе. Итак, здесь на этом слайде мы представляем информацию о наших текущих активах, то есть это те средства, которые уже вложены на текущий момент в наш проект. То есть в общей сложности это порядка 21 миллиона рублей. На самом деле уже больше, это просто данные еще декабря прошлого года, 2020 года. Перечень подпроектов. В первой части презентации вы видели проекты. Естественно, там не все я вынес, потому что иначе получается слишком много. Лесопастбищный биокластер. Мы видим, что это 50 постоянных рабочих мест, 17 сезонных. Некоторые проекты повторяются, то есть, допустим, 5 ферм пастбищных, курни сушек, 5 ферм бройлеров, молочные козы, 2-3 КРС и так далее. Тайны Колхидского леса, соответственно, здесь мы видим постоянно сезонные объем инвестиций, соответственно, в последней колонке отображен. Малые проекты тоже достаточно объемные по количеству рабочих мест, 38. И агротуризм, и социально-бытовые сервисные службы, то есть видим, что будет входить в этой части, там, лаборатория почной пищевой сети, служба маркетинга, строительная служба доставки продуктов, складские, столовые, общежития, офис, дорожная служба, там подстанции, скважины, противопожарные пруды, служба инженер-механик, учебный центр и так далее. В общей сложности 134 постоянных рабочих места, 28 сезонных и 556 миллионов инвестиций. Это с учетом того, что у нас один проект здесь обозначен, который уходит за горизонт 30 лет. То есть 2 миллиона это по орехоносам у нас. Была где-то сносочка. Итак, соответственно, здесь представлен предварительный оценочный такой бюджет, чтобы понять, какой объем инвестиций будет привлечен в проект, какой объем выручки, расходов, соответственно, какие финансовые ресурсы мы должны привлечь для реализации этого проекта. И, в общем, вся эта информация здесь представлена. Единица измерения миллион на рубли. То есть в горизонте 15 лет мы имеем выручку 6,5 миллиардов, расходы по операционной деятельности 4,200, 725 миллионов инвестиций в этом горизонте. Ну и источники финансирования здесь отражены, распределение прибыли. Вот это бюджет движения денежных средств. Сейчас я работаю над детальным бизнес-планом для этой инициативы. И там будет в том числе включены те проекты, которые сейчас не были здесь представлены, соответственно, не были хоть как-то включены в бюджет движения денежных средств, поэтому сумма увеличится, и в том числе и территории, которые мы привлекаем, также будут увеличены. На текущий момент команда проекта включает 35 человек. Это люди с разным опытом, с высшим образованием, с опытом работы в различных областях.
Вот они здесь перечислены, начиная от экономики и заканчивая событийными мероприятиями. 8 человек уже сейчас проживают на территории проекта, 17 планируют переезд в ближайшие несколько лет. И еще 10 человек готовы к переезду в течение 3-5 лет. Соответственно, сейчас вот мы публикуем эту информацию, и я пишу, что это для администрации, пишу, что при получении поддержки от Майкопского района, что мы можем использовать наши социальные ресурсы для привлечения остальных членов команды. Мы с вами видели уже цифры, да, это 162 человека, по сути, нам нужно для реализации уже озвученных проектов, а их будет больше. И в приложении 1, соответственно, представлена более детальная информация по команде. Здесь вы видите контакты, мой телефон, почта, это наш YouTube-канал, страница, точнее группа в ВКонтакте и сайт. На сайте мы давно уже ничего не обновляли, но там есть наша история моя и моей супруги, где мы описываем, как мы пришли к текущему моменту, какие препятствия мы преодолевали, когда искали землю, когда мы здесь впервые поселились, жили первые полгода в палатках и так далее. Все это там описано. Итак, приложения 1 и 2 являются составной частью этой презентации. И мы сейчас с вами коротко еще посмотрим на вот этот слайд. У нас есть учебная платформа, называется lc.rayar.ru. На главной странице есть закладка «Стать членом команды». И, соответственно, здесь вы можете посмотреть два курса. «Все о Райар» – это, соответственно, курс, который рассказывает о том, где мы находимся, какой у нас климат, рельеф, об основных направлениях деятельности коротко и так далее. И базовые соглашения – это, собственно, те 9 соглашений, которые я озвучил ранее. Они здесь в деталях, в видеосопровождении объяснены очень четко. Это, на самом деле, очень ценный ресурс, даже если вы ни в каком виде не планируете участие в нашей инициативе. Крайне рекомендую вам изучить этот материал. Я неоднократно получал очень положительные отзывы от людей, которые посмотрели этот материал. Это наша новая платформа, поэтому здесь сейчас не так много участников. У нас есть старая платформа, где, соответственно, гораздо больше членов уже просмотрели этот материал. И один из инвесторов сказал, что такой материал, в принципе, можно продавать. Это самостоятельные продукты с ценником в 5 миллионов или более. Поэтому крайне рекомендую вам посмотреть. Возможно, для своей инициативы вы что-то подчеркнете, если даже не будете участвовать в нашей. Вы можете написать нам на почту. И, соответственно, если у вас какие-то сложности возникают с регистрацией на платформе, для того, чтобы посмотреть любые открытые материалы, которые там есть, кроме базовых соглашений, там еще есть мастер-классы, просто пишите нам на почту, и мы поможем вам создать аккаунт, и, соответственно, вам будут доступны открытые мастер-классы. Там есть мастер-класс по почной пищевой сети, по доходным системам землепользования и так далее. Переходим к первому приложению. Это чуть более детальная информация о команде. Основатели, соответственно, это я, Сапкалов Андрей Владимирович, родился в 1981 году в Адыгее, получил высшее экономическое образование в высшей школе экономики, в 2005 году окончил, и с 2004 уже работал экономистом, общий стаж моей экономической деятельности – это 10 лет. В рамках последнего места, где я работал, это компания «Кортрос», бывшее название «Ренова Строй Групп», я создал программно-методологический комплекс финансово-экономического и проектного планирования, который позволяет осуществлять долгосрочное планирование комплексных крупных инвестиционных проектов. И на момент моего ухода из компании объем инвестиций, который был достигнут, это 20 миллиардов рублей в год. Соответственно, моя система позволяла проектировать эти проекты, и в том числе я занимался консолидированной отчетностью. Соответственно, один из крупных проектов, в котором я участвовал лично, это проект академический, город Екатеринбург. Население этого, по сути, города 325 тысяч и 13 миллионов квадратных метров недвижимости. Сейчас основная моя квалификация – это целостное землеустройство, регенерирующее сельское хозяйство и почная микробиология. Для того, чтобы прийти к текущему моменту, я уже, по сути, 11 лет занимаюсь изучением материалов и опытов от ведущих мировых экспертов, проходил обучение, целенаправленное обучение у ведущих экспертов из США, Канады, Австралии, Европы, Африки и, естественно, России. Сейчас я уже несколько лет, мы с супругой ведем деятельность по преподаванию,
Соответственно, у нас создан учебный центр, и сейчас в этом центре более 700 учеников по всей России, странам СНГ, и в том числе есть ученики из стран дальнего зарубежья. Мы также разрабатываем проект обустройства, и один из таких проектов – это агрохозяйство Петровское во Владимирской области на 1600 гектар. Соответственно, в рамках инициативы инновационного агробиоцентра моя задача – это финансово-экономическое планирование, привлечение частных инвестиций, подбор команды, формирование стратегических планов развития, координация отдельных подпроектов, не всех, а только исключительно определенных. Также, соответственно, поиск, синтез различных методик, агробиотехник, организация лаборатории почвенно-пищевой сети – это один из моих личных проектов, первичное формирование базовых соглашений, обучение команды и разработка целостного и актуализация целостного проекта обустройства. Моя супруга Надежда родилась в 1984 году в Краснодарском крае, получила высшее хореографическое образование, работала в Кубанском казачьем хоре, с которым проехала по многим странам Европы, и сейчас она использует свои организаторские способности в координации деятельности некоторых направлений деятельности в проекте, то есть работа определенных подрядчиков, проведение агротуров, и основной акцент сейчас сосредоточен на создании клиентской базы, маркетинг, продажи, казначейство. У нас уже есть люди, которые занимаются непосредственно животноводческими проектами. Один из первых – это пастбищные куры-несушки. Здесь у нас Тимофей является первым первичным производителем. В прошлом он был футбольным тренером, был предпринимателем, владел своей собственной школой футбола для детей, в котором в городе Перми занималось около 2000 детей. Также к нам в скором времени присоединится семья Гостевых из города Набережной Челны. Гостева Марина Геннадьевна имеет два высших образования, зооинженер и психолог, имеет большой опыт работы с животными, растениями. У нас есть строители, Серебренников Александр с супругой уже сейчас проживают на территории инициативы, имеет обширный опыт, и в нашей инициативе будет и уже трудится в строительной области, соответственно, помогает нам в реализации всех проектов, которые сейчас уже запускаются. Также в будущем к Александру присоединится Гостев Юрий, который имеет два высших образования, инженер-электромеханик и также промышленное гражданское строительство. При этом турист, альпинист, высотник, монтажник, имеет степень кандидата мастера спорта. Ну и, соответственно, также имеет опыт работы с животными и растениями. И сын Юрия и Марины, это Антон Гостев, имеет образование тоже в области строительства. Так что у нас будет команда из трех квалифицированных строителей, и в дальнейшем она будет расширяться. К нам недавно присоединилась Приходько Вера, которая является преподавателем английского языка и французского языка, но при этом сейчас переквалифицируется в человека, который будет заниматься и отвечать за реализацию проекта «Питомник» древесно-кустарниковых растений, поскольку у нас огромное, как вы понимаете, количество насаждений предполагается, поэтому Вера возьмет на себя эту замечательную миссию. У нас есть команда профессиональных геоинформационных инженеров. Первый из них – это Ольга Терешенкова, с которой мы в команде разрабатывали проект обустройства агрохозяйства Петровское. Она также имеет отличное пермакультурное образование, проходила обучение у Ричарда Перкинса в Швеции. Это один из регенерирующих пермакультурных фермеров и дизайнеров. Также ее муж Терешенков Алексей имеет обширнейший опыт работы в международной компании Esri, которая как раз является разработчиком одной из известных систем, геоинформационных систем. Супруга Александра Серебренникова Федорова Елена также является гидроинженером, при этом имеет кандидатскую степень и обширный опыт в проведении полевых, топографических, гидрологических и прочих изысканий. У нас есть инженер Виктор Анатольевич, сейчас проживает в Краснодаре.
Ну, соответственно, будет помогать нам с проектированием различных систем, в том числе автоматизации наших мобильных курятников и прочих элементов лесопастбищного биокластера. Анастасия Саксон – это супруга Тимофея Барочи. Она является дизайнером в различных областях и, соответственно, будет участвовать в дизайне различных элементов оформления нашей продукции. Также, как вот Кравченко Ксении совместно с Надеждой Сапкаловой разрабатывали различные рекламные материалы, буклеты, листовки, дизайн упаковки для наших пастбищных яиц. Соответственно, эта работа будет продолжена. К нам в ближайшее время присоединится Лебедев Евгений. У него есть интерес к работе в биоогородничестве и большой строительный опыт и опыт жизни на земле. Также очень интересно наличие всех видов разрешенных водительских прав. Петров Дмитрий из Кургана у нас проявляет интерес к работе в лаборатории почной пищевой сети и в питомниководстве. Кравченко Александр имеет интерес к работе в лесном фермерстве. Также у нас есть интересный человек Оксана Хоменко, которая имеет 5-й разряд инженер-технолог общественного питания, а при этом имеет опыт работы в детском саду, учитель начальных классов, то есть очень ценный специалист в таких важных областях. Отдельно у нас есть человек, который будет заниматься организаторской частью в отношении дошкольного и школьного образования с естественным участием всех родителей. То есть у нас на территории будет действовать школа, работающая по семейному формату. Но, соответственно, будут люди, которые будут отвечать за организацию этого процесса. Лебедева Фаня – это, соответственно, супруга Лебедева Евгения. Также имеет 2 высших образования. При этом освоила работу в цирке, работая вместе со своим супругом, организуя различные мероприятия, в том числе с участием медведей и прочих животных. Имеет опыт садоводства, животноводства, при этом является профессиональным проектировщиком промышленного оборудования. И сейчас буквально в январе месяце к нам приезжал Барабанщиков Евгений. Это шеф-повар, который является призером международного клуба кулинарного кубка Кремля, также участник международного гастрономического конкурса Чинса Джотас International Tapa Award, Испания, шеф-повар, консультант итальянской кулинарной академии. Здесь вот вы видите фотографии, это блюдо, которое готовит Евгений, и он также является участником нескольких телепрограмм на Первом канале, на канале «Домашний», такие как «Адская кухня» и другие. И, как вы видите, у нас по прогнозам мы гастропроект начинаем, по-моему, с 2024 года. А по факту наши события разворачиваются гораздо быстрее. И, возможно, уже в 2021 году мы какие-то мероприятия проведем на территории нашей инициативы, не дожидаясь официального старта этих проектов в соответствии с графиком. Итак, мы переходим к второму приложению – фотосопровождение. Итак, коротко о 9 направлениях и, соответственно, 9 формах капитала, с которыми мы будем работать на территории агробиоцентра. В первую очередь, естественно, это сельскохозяйственные проекты, и акцентом в этих проектах является биологический капитал. Дальше, Рояр Зодчи – это центр компетенции, отвечающий за материальный капитал. Учебный центр, соответственно, будет заниматься опытным капиталом. Рояр Новатор работает с интеллектуальным капиталом. Рояр Мир работает с социальным капиталом. Культурный центр, понятно, отвечает за культурный капитал. Экотехноцентр за минеральный капитал. Фонд этических инвестиций за финансовый капитал. И центр целостного здоровья, соответственно, будет отвечать за капитал, который называют цельность. Это, соответственно, целостное здоровье. Здоровье тела, эмоциональной части и, соответственно, ментальной части человека. Итак, проблемы, с которыми мы работаем, я хочу дать еще несколько визуализаций на эту тему. Здесь представлена фотография остатков пейзажа
острова Науру, а здесь, соответственно, оригинальная фотография жителей острова Науру в начале 20 века. Так они выглядели 100 с лишним лет назад. И вот так вот выглядел 100 с лишним лет назад весь остров Науру. Но в начале 20 века на острове были обнаружены фосфоритные месторождения. Это, соответственно, минерал, из которого можно производить фосфорные удобрения для сельского хозяйства. И 100 лет спустя остров теперь выглядит вот таким образом. Остров является коралловым островом, и, соответственно, промышленная добыча фосфоритов привела к оголению этих кораллов, и остров был превращен в лунный ландшафт. За эти 100 с лишним лет разработки этих месторождений и последние годы под действием Советского Союза этот остров получил самостоятельность. Соответственно, ранее там хозяйничали зарубежные другие страны и, соответственно, полностью забирали все прибыли от деятельности компании по добыче фосфоритов. В 70-е годы, соответственно, остров получил самостоятельность, и добывающая компания была национализирована, и местные жители стали получать существенные отчисления в виде так называемого, как сейчас модно говорить, базового дохода. В итоге они стали жить на широкую ногу, летать на собственном авиапарке, тратя на него порядка 70 миллионов долларов в год на содержание этого авиапарка в Австралию, где в Сиднее они лечились у стоматолога. То есть за 4000 километров летали к стоматологу. Остров имеет площадь всего 2000 гектар. У каждой семьи было уже по несколько автомобилей, которые некому было ремонтировать. Их просто выбрасывали и покупали новые. А вся автострада, вся дорожная сеть составляла 20 километров. 2000 год. Соответственно, сейчас местные жители выглядят вот таким вот образом. Это реальная фотография жителей острова Науру. 97% мужчин, 93% женщин страдают клиническими формами ожирения, и 40% населения болеет сахарным диабетом второго типа. Это результаты деятельности по разработке месторождения, соответственно, фосфоритов и перехода на западный образ жизни и западный образ питания. Можно подумать, что как бы остров Науру — это не показатель, это маленькая территория, 2000 гектар, что это может сказать о всем человечестве. Но я просто хочу вам показать пару фотографий. Эта река с таким необычным названием Бецибуку находится на острове Мадагаскар, который раньше также был полностью зеленым. Сейчас этот остров выглядит неотличимо от острова Науру. Только вопрос в том, что его площадь кардинально больше, чем площадь острова Науру. Это уже 587 тысяч квадратных километров. Соответственно, это 28 тысяч островов Науру. И по факту мы движемся в целом всей цивилизации человеческой к состоянию вот этих вот островов, что Науру, что Мадагаскар. Я приведу отчет Департамента по сбережению природных ресурсов. Это департамент, являющийся частью Министерства сельского хозяйства США. И, соответственно, здесь они приводят, что на глобальном уровне ежегодная потеря почвы составляет 75 миллиардов тонн в год. То есть это астрономическая величина, мы с вами не можем представить, что это такое, и поэтому я хочу помочь вам это сделать. Если бы мы поставили перед собой задачу перевести такой объем почвы, 75 миллиардов тонн, на железнодорожном составе, то нам бы с вами понадобилось 1 миллиард 250 миллионов вагонов, потому что каждый из вагонов везет по 60 тонн, не более. И такой поезд имел бы длину более 15 миллионов километров. Это, по сути, 378 железнодорожных составов, стоящих рядом друг с другом и опоясывающих по экватору нашу Землю. То есть 378 раз вокруг Земли. Или, если перевести на более удаленный объект, это 39 железнодорожных составов протяженностью от Земли до Луны. Вот такой космический объем сейчас плодородной почвы утрачивается ежегодно в результате деятельности сельского хозяйства, животноводства и некоторых других видов деятельности. Но основной подавляющий объем приходится именно на сельское хозяйство. И по факту
сейчас преднамеренно или непредвиденно, я не знаю как, но в итоге планета Земля очень стремительно приближается к состоянию Марса. И наш проект направлен на то, чтобы донести эту ключевую информацию до как можно большего количества заинтересованных людей и перевести современное сельское хозяйство на регенерирующие принципы, так, чтобы оно не разрушало плодородие почвы, а наоборот его восстанавливало, чтобы оно производило высококачественную биологически полноценную продукцию. И для этого, соответственно, мы будем использовать основные формы агролесоводства. Это лесопастбищная система, лесополевая система, продуктивное лесоводство, то есть выращивание полезных пород деревьев и кустарников, и лесное фермерство. По лесопастбищной системе это, соответственно, интегрированная система, в которой включает в себя пастбищные растения, животных и деревья. И каждый из этих элементов целенаправленно управляется. То есть это не просто выпас скотины в лесу, это не лесопастбище будет. Здесь мы управляем и древесным элементом, и животными, и пастбищными растениями, чтобы не было угнетания той или иной составляющей. При этом при правильном управлении, при правильном проектировании такая система дает большую продуктивность на гектар, если мы сравниваем с монохозяйством. Допустим, если мы смотрим на одно пастбище, на стоимое содержание животных и, соответственно, монокультурное лесное хозяйство. При этом мы получаем от такой системы высокоценное молоко и молочные продукты от животных на 100% пастбищном выпасе, яйца, мясо и прочие продукты от пастбищной птицы, высокоценная шерсть от пастбищных животных наподобие овцы или альпаки в нашем случае, и иные продукты пастбищного животноводства и апикультуры. Также недревесные продукты наподобие орехов, фруктов, декоративных материалов и высокоценной древесины. А здесь вы видите фотографию, это фото с дрона нашей текущей территории. Здесь уже произведена расчистка части территории, которая входит в наш проект. И вы видите два мобильных курятника, которые вот двигаются по пастбищу. Соответственно, каждые 2 дня мы перемещаем на новый сегмент выпаса. Вот так вблизи выглядят мобильные курятники. Соответственно, перемещаются с помощью трактора. Защита от наземных хищников посредством электропастуха. Также присутствуют здесь другие животные, наподобие гусей, ну и так далее, для того, чтобы увеличить охранные функции от пернатых хищников. Здесь вы видите нашу фотографию. Одно яйцо, наше пастбищное яйцо, соответственно, одно промышленное. Как вы думаете, какое из них наше пастбищное? Я думаю, на самом деле, что любой человек, который хоть немножко разбирается в яйцах, скажет, что левое это пастбищное яйцо, и это будет правильно. Правое – это обычное яйцо из магазина, которое вы можете купить в любом сетевом супермаркете. Отличаются они не только по визуальным, как вы видите, признакам, по цвету желтка, по цвету белка, по его консистенции. Мы видим, что белок нашего яйца имеет очень большую толщину, а промышленное яйцо просто растекается тонким слоем. И консистенция существенно отличается как у желтка, так и у белка. Но это только визуальные, скажем так, и вкусовые различия также присутствуют, но этим все не ограничивается. Как показал анализ, проведенный американским журналом «Новости Матери Земли», в США на 14 фермах вольного выгула кур биохимия также кардинально отличается. Яйца, соответственно, в среднем от вольного выгула на 2/3 больше содержат витамина А, то есть там 60 с лишним процентов. В 2 раза содержат больше омега-3, это полезный элемент, который содействует противовоспалительным процессам в организме человека. А омега-6, наоборот, если переизбыток ее, то он способствует воспалительным процессам. В 3 раза больше витамина Е, в 7 раз больше бета-каротина. Бета-каротин дает как раз более насыщенный цвет как желткам, так и белкам. Вы видите большую разницу в цвете белков. И в 4-6 раз больше витамина D в яйцах от таких кур непромышленного содержания. Здесь представлена таблица как раз этих исследований. За основу для сравнения берется стандарт по указанным нутриентам по стандарту от Министерства сельского хозяйства США. И здесь вот средние значения, которые получены на основе анализа 14 продукции от 14 фирм пастбищного содержания корневых сушек.
В 2021 году мы переходим на масштаб 1000 кур, то есть предыдущие наши курятники по 450 кур вмещали. В этом году мы переходим на тысячный формат для того, чтобы в дальнейшем выйти на одной ферме на масштаб 4000 кур, как у нас, собственно говоря, и запланировано. Также будет переход на мобильные кормушки, автоматическое снабжение водой с помощью центрального водопровода. И это высвободит больше времени для, соответственно, ухода за курами и, соответственно, сократит трудовую нагрузку на первичного производителя. Также пастбищные бройлеры, которые у нас будут в том же объеме присутствовать, 5 ферм пастбищных бройлеров по 9 тысяч в год каждая будет выращивать. Мобильные курятники того же самого формата тепличного на 600 пастбищных кур. Вот так они выглядят внутри. Пастбищные бройлеры, естественно, не выпускаются, обычно не содержатся за пределами курятника. Здесь видно, что иногда они могут выходить, но это нежелательное состояние. И, в принципе, территория охраняется собакой или несколькими собаками, в зависимости от того, какая, насколько масштабная территория. Такой мобильный курятник перемещается ежедневно, потому что куры поедают очень много зелени, и, соответственно, для того, чтобы она была постоянно в доступе и не было накопления помета, и куры не содержались на своем собственном помете, соответственно, перемещается ежедневно на один корпус. В итоге это позволяет получить гораздо более качественное мясо по консистенции, куры более здоровые, и некоторые регенерирующие пермакультурные фермеры проводили эксперименты, сохраняли бройлера в течение целого года, и он достигал размера 8 килограмм, огромная курица, которая бегает, прыгает, естественно, не такая быстрая, как обычная курица-несушка, но при этом она здоровая. В промышленном содержании бройлеров держат в клетке, и, соответственно, они страдают большим количеством болезней. У них проблемы с сердцем, у них проблемы с ногами, они не могут двигаться, то есть они от быстрого набора веса и неподвижности, они просто, их ноги не выдерживают, суставы не выдерживают, а они, грубо говоря, с поломанными ногами доживают свой короткий срок. А здесь мы получаем полностью здоровую птицу, которая до своего срока живет естественной, счастливой жизнью для птицы, которая ей предназначена природой. Здесь вы видите пример одной из компаний Pasture Bird в Калифорнии. Они таким образом выращивают более миллиона пастбищных бройлеров в год. В нашем случае отличие, ключевое отличие будет заключено в том, что у нас не пастбищная, а лесопастбищная будет система, и, соответственно, на территории пастбища для бройлеров будут присутствовать древесно-кустарниковые растения, которые будут давать полок, и это создаст более комфортные условия для самой птицы. Это конечный продукт, как выглядит пастбищный бройлер. Пастбищная индейка – это тоже один из примеров из США. Здесь видим достаточно большой объем и масштаб производства одного из фермеров в США. Мы, конечно, пока сейчас не планируем настолько масштабный объем. У нас предполагается одна ферма с пастбищной индейкой общей производственной мощностью 2500 голов в год. Ключевым якорным проектом в рамках лесопастбищного биокластера будут молочные коровы на 100% пастбищном содержании, то есть 100% травяной откорм, никаких концентратов, то есть ни зерна, ни каких-то иных концентрированных кормов не будет. Без добавления побочных пищевых продуктов, к сожалению, современных коров в стойловом формате кормят побочными пищевыми продуктами, отходами от хлебобулочных изделий, виноводочного производства. Даже добавляют картон, помет куриный в качестве источника азота. Добавляют иногда даже просто азотные удобрения как источник белка, потому что не белка, а азота. Потому что у коров такая система пищеварения, которая позволяет усвоить даже неорганические формы азота, не белковые. Мы, соответственно, не планируем использовать антибиотики. Они необходимы только в том случае, если корова содержится в неестественных условиях и, соответственно, у нее появляются болезни из-за нарушенных принципов питания, потому что ее кормят зерном. По сути, сейчас современная молочная корова превращена в свинью. Она является в таком случае не травоядным существом со сложным четырехкамерным желудком, а по сути ее превратили в свинью, которая всеядная, питается всем, что ей дадут.
Соответственно, мы не планируем использовать гормоны, так как это приводит к серьезным осложнениям. Мы планируем использовать малокаркасных коров, потому что большие каркасные, там 650-800 кг коровы, они не способны жить на траве, а нам нужны коровы, которые могут жить только на траве. Планируем применять целостно планируемый выпас, который позволяет удерживать травостой высокой продуктивности и, соответственно, высокой пищевой ценности. И ключевой показатель, который мы будем использовать, это выход сухого молочного остатка на гектар. То есть это показатель, который говорит, что мы производим не литры молока, которые можно нагнать там излишним поением и с добавлением соли, и с помощью гормонов там и так далее, получить как можно больше литраж с головы в год, а мы производим качество, то есть это жиры, белки и минералы, которые содержатся в сухом остатке молока. И мы за показатель берем именно выход с гектара. Соответственно, мы не стараемся выгнать как можно больше молока с одной коровы, поскольку в стоимом содержании именно этот ключевой показатель. Сколько литров с коровы ты получаешь в год. А у нас лимитирующий фактор – это пастбище. Соответственно, мы целью имеем получение большего объема молока, но не молока, а именно сухого остатка молока. То есть, значит, повышаем качество нашего молока, выходящего с нашего пастбища, с одного гектара. И достичь этого можно... невозможно с помощью как можно большего размера коровы, которая ест как можно больше зерна. Вот. Достигается это с помощью малокаркасных коров, которые производят исключительно на траве высокоценное молоко. Мобильные доильные системы будут использоваться, зимний выпас, то есть будут расширены выпас за пределы вегетационного сезона и, соответственно, будет зимовка без капитальных сооружений. Есть фермер Саяпин Александр, который в Тульской, Курганской области содержал и содержит коров без капитальных сооружений зимой. При правильном питании, правильном содержании морозы не являются проблемой для коровы. Она не является домашним животным с точки зрения того, что она должна жить в отапливаемом помещении. Молоко от коров на 100% пастбищном содержании имеет больший баланс омега-3 и омега-6. Мы видим, что при 100% травяном откорме баланс омега-6 1 к 1. Если у нас всего лишь 1 треть в пастбище, то, соответственно, разница кардинальная. Омега-6 достигает всего лишь 8 мг на 1 грамм жира, а омега-3, а омега-6, соответственно, 42. То есть это кардинальная разница, в 5 раз превышает омега-6. Это, соответственно, содействует воспалительным процессам в организме человека. Также такое молоко содержит повышенные концентрации содержания конъюгированной линолевой кислоты, которая имеет противораковые функции, также имеет, содействует извлечению жира из жировых запасов, отложений в организме человека и, соответственно, переработки их в энергию. И мы видим, что содержание КЛК в различных видах продуктов, молоко, масло, сливки растет по мере того, как мы приближаемся к 100% пастбищному содержанию откорму. Здесь мы видим вот традиционное 99%, 99% молока, которое вы можете купить в магазине, будет получено от коров вот на таком стандарте содержания. Это второй стандарт, который мы будем использовать. И, соответственно, здесь мы видим молоко, которое произведено из магазина сливок. То есть, если вы приобретете в магазине сливки и сделаете из них масло, я оговорился, это масло, сливочное масло, произведенное из магазинных сливок. Оно будет вот такого белого цвета. Здесь мы видим масло, полученное из сливок от коров на 100% травяном откорме. Оно, по сути, оранжевого цвета, то есть как апельсин. Это говорит о том, что в этом молоке, соответственно, в масле содержится гораздо больше концентрация бета-каротина. Но не только бета-каротина этим не ограничивается. Все, как показывает анализ, содержание витамина А в этом масле в 10-13 раз больше, а витамина D в 3 раза больше, чем в масле от коров на стоимом содержании. То есть это ключевые нутриенты, которые отвечают за многие функции в организме человека, в том числе очень сильно влияет на иммунитет. И есть исследования доктора Вестона Прайса, которые проведены были им в течение 10 лет в 30-х годах. И он исследовал удаленные, так называемые, примитивные сообщества, которые были лишены доступа от
к промышленной пище, к, соответственно, благам цивилизации, и при этом обладали очень высоким уровнем здоровья, в том числе зубного здоровья. И Прайс объехал такие локации по всем континентам, в течение 10 лет собирал информацию, чем питаются люди, фотографировал всех жителей каждой деревни, которую посещал, записывал все их проблемы, жалобы по здоровью, смотрел на состояние зубов и делал фотографии, соответственно, брал образцы пищи, образцы почвы, отправлял в свою лабораторию в США. И в итоге его исследования показали, что пища таких примитивных, но при этом весьма здоровых популяций содержала минимум в 4 раза больше минералов и водорастворимых витаминов группы С и В, и как минимум в 10 раз больше витаминов жирорастворимых А и Д, и в том числе К2. И, как вы понимаете, это было, соответственно, 30-40-е годы. Сейчас такая разница будет кардинально больше, если взять, сравнить те показатели по концентрации с современной пищей. И, соответственно, им также был открыт так называемый фактор X, по сути, это жирорастворимый витамин, который сейчас современные ученые идентифицировали как витамин К2. И была выявлена связь между витамином А и D и связь с витамином К2, что они работают вот в такой тройной системе и кардинально усиливают эффекты, полезные эффекты от воздействия каждого из отдельных витаминов. И такой витамин содержится в очень высокой концентрации у, соответственно, тех животных, которые питаются травой. Естественно, это коровы и другие млекопитающие животные, которые питаются быстро растущей травой, растущей, соответственно, во влажном, не слишком жарком климате, имеется в виду весной и осенью. И, соответственно, витамин К1 является животной формой витамина К1. К2 является животной формой витамина К1. И К1 и К2, это хоть несмотря на то, что это одна группа витаминов, но это кардинально разные витамины. По сути, их можно и нужно, наверное, было назвать по-разному, чтобы подчеркнуть разницу в функциях, которые эти витамины выполняют. Витамин К2, соответственно, играет ключевую роль в росте и развитии человека. И дефицит этого витамина приводит к недоразвитости третьей части, средней третьей части лица. Очень важен при развитии костей, зубов, содействует наложению фосфора и кальция в костях и в зубах, а не в мягких тканях. Очень важен при сердечных заболеваниях, то есть предотвращает кальцификацию и воспаление артерий. И сейчас голландские ученые говорят о том, что все сердечные заболевания по факту являются следствием дефицита витамина К2. Очень важен для работы мозга, поскольку содействует и участвует в синтезе миелиновой оболочки и, соответственно, при нормальном потреблении этого витамина очень помогает детям в учебе. Жизненно необходим для нормальной репродукции. Мне очень интересно само по себе молоко именно от коров на пастбищном содержании 100% травяном откормлении, поскольку несколько лет назад я узнал, что таким молоком раньше лечили хронические болезни. То есть те болезни, которые сейчас считаются неизлечимыми, так называемые неинфекционные болезни, ими раньше в начале 20 века лечили, эти болезни лечили молоком. Молоком. Специальная сыромолочная диета, и есть несколько, было несколько клиник, которые занимались этим. И вот, в частности, это одна из книг на эту тему «Молоко как средство лечения хронических болезней». Чарльз Сэнфорд Поттер. Эта книга была издана в 1905 году впервые и в последующем была 12 раз переиздана. Вплоть до 2025 года. И молоко является лечебным, если оно сырое, то есть не пастеризованное. Пастеризованное молоко – это, опять же, все, что продается в магазине, это пастеризованное молоко, это не молоко на самом деле. Не гомогенизированное, не стандартизированное, при этом от коров исключительно на пастбищах и без усилителей. То есть сейчас молоко подвергается таким сложным химическим и технологическим обработкам, вот все перечисленные гомогенизация, стандартизация, соответственно, кормят их не теми кормами, которые природе предназначены, и много раз перерабатывается это молоко, сухое, потом снова восстанавливают, и в итоге оно теряет все свои питательные, всю свою питательную ценность, и ее пытаются восстановить с помощью добавления синтетических витаминов. И в некоторых странах сейчас добавляют витамин D3 и витамин А для того, чтобы восстановить пищевую ценность, которая была утрачена молоком в процессе промышленной переработки. На территории нашего союза, союза семейных ферм,
будет работать санаторий, в кавычках, который будет предлагать сыромолочную диету. Просто человек приезжает, живет в специальном сооружении, которое оборудовано необходимыми элементами, обеспечивает качественную вентиляцию, и, соответственно, в течение 3-4 недель он может проходить стопроцентную сыромолочную диету, которая позволяет, если не вылечить, то кардинальным образом снять все симптомы и любые проявления любой, ну не любой, не буду говорить любой, а многих хронических болезней. Кому будет интересно, пишите в комментариях, я выложу список таких болезней, которые были излечены с помощью такого метода. Стопроцентное пастбищное молоко – весьма новое направление деятельности даже для США. То есть это в данном случае здесь представлен слайд из доклада по развитию стопроцентного травяного корма молочных коров. И в нем есть такие данные, что со 140 ферм в 2016 году рост составил примерно до 400 ферм в 2018 году. То есть на 2018 год в США было всего 400 ферм на всю Америку. И это не те фермы, которые тысячи поголовья содержат, тысячное поголовье. Это от нескольких десятков до максимум там, нескольких сотен коров. И, соответственно, в докладе отмечается, что это наиболее быстрорастущий сектор органического рынка молока. Побочным продуктом на нашей территории будет, соответственно, мясо от коров и коз на молочном, на стопроцентном травяном откорме. Здесь представлено один стейк с, соответственно, травяного откорма, другой зернового откорма. Ну, я думаю, по фотографии, нашей фотографии пастбищного яйца и промышленного яйца, вы уже догадались, где какое. Естественно, слева это у нас травяной откорм, и жир здесь также имеет желтый оттенок. То есть это говорит о том, что он содержит повышенные концентрации бета-каротина и других витаминов. А здесь мы видим белый жир. Это следствие зернового откорма. Как показывают исследования, пастбищное или травяного откорма мясо содержит в 4 раза больше витамина Е, в 10 раз витамина А, содержит повышенные уровни антиоксидантов, также повышенные уровни конъюгированной линолевой кислоты. Ну и по жирам здесь меньше концентрация жиров. По пастбищному откорму мясному тоже снимает по состоянию рынка и производства в США. На 98 год было всего 100 производителей, и весь рынок достигал 4-5 миллионов долларов в год. В 2016 году это уже 3,5 миллиарда долларов, и, соответственно, 550 из них миллионов приходится только на местных производителей, остальное это импорт. И, соответственно, в США 3900, за 18 лет 3900 производителей. Рынок растет каждый год на 21-25% ежегодно и уже достиг примерно 8% доли производства мяса в США. Так что это показывает о том, что этот продукт крайне востребован в США, и, как мы видим, это тоже достаточно недавняя история. Соответственно, в России это исключительная редкость. Может быть, где-то вы увидите сведения о том, что фермерский бычок травяного откорма, но по факту в России нет никакого, ни одного стандарта, утвержденного по производству мяса травяного откорма, и в большинстве случаев это просто маркетинговый ход, не говорящий о том, что действительно это мясо было получено исключительно травяным откормом. Здесь показан график, который описывает развитие головного мозга человека, соответственно, от зачатия, видим, минус 9 месяцев, и дальше до рождения, как развиваются различные отделы мозга. И видно, что в момент наступления второго дня рождения, это первые 1000 дней от зачатия, происходит наиболее интенсивное развитие головного мозга. И как показывают ученые, исследования ученых, если в этот период, очень важный, ключевой, тысячедневный период, человеческий организм испытывает дефицит ключевых нутриентов, то последствия уже практически невозможно исправить в последующей жизни. То есть даже если на 1001 день будет удовлетворяться все 100% потребностей в ключевых нутриентах, то уже исправить будет невозможно полностью все возникшие проблемы развития без необходимых поставок строительных материалов.
И если кому-то интересно будет, я могу выслать материалы, в том числе опубликованные на сайте UNICEF, которые говорят об этом. Ключевые нутриенты для развития мозга человека, соответственно, ребенка, это витамин А, D, D3 имеется в виду, не растительный D2. Витамин К2, который также является животным продуктом, холин, ДГК, цинк и холестерин. И если посмотреть, где содержатся эти ключевые вещества, в максимальной концентрации, наибольшей степени доступности, то это будут продукты животного происхождения. То есть это масло печени трески, витамин А, печень травоядных, соответственно, пастбищных животных, масло и яичные желтки от животных, соответственно, пастбищного содержания. По витамину D то же самое, масло печени трески, сало, масло, яичные желтки от животных пастбищного содержания. Витамин К2 масло от коров и желательно от тех коров, которые пасутся на быстро растущей траве. Там будет, соответственно, самый высокий концентрат витамина К2. Яичные желтки, органы, соответственно, печень, сердце от животных на пастбищном содержании. Холин тоже печень, яичные желтки. ДГК масло печени трески, печень, масло, яичные желтки. Цинк красное мясо, моллюски и холестерин морепродукты, молочные продукты, яйца и мясной жир. Доктор Уэстон Прайс создал продукт, которым поднимал, по сути, людей с порога смерти, то есть содействовал кардинальному восстановлению зубных тканей, то есть полной регенерации большого количества полостей зубных, кариеса и так далее, с помощью концентрата, полученного из масла печени трески, который содержит огромное количество витамина А и, соответственно, витамина D. Витамин А и D, они идут в комплексе. Если вы потребляете исключительно витамин А, то это плохо, это может быть с последствиями. Поэтому в любом случае должен быть минимум 1000 международных единиц витамина D. Тогда витамин А можно принимать в любых дозах. И витамин К2, получаемый из жира, извлеченного из сливочного масла от коров на быстрорастущей траве. То есть это сверхконцентрат витамина К2. Ну и понятно, что там есть также витамин А и витамин D. И вот он в определенной пропорции совмещал масло печени трески и, соответственно, жир сливочного масла от коров на быстрорастущей траве. И вот этим вот препаратом он лечил очень серьезные расстройства, в том числе, как он говорит, восстанавливал людей, по сути, с предсмертного состояния. Я предвижу, что среди зрителей и наших подписчиков могут быть вегетарианцы, сторонники других ограниченных рационов питания. Предвижу в том числе и негативные, гневные комментарии по поводу того, что мы пропагандируем животные продукты. Я хочу сообщить вам, что в свое время мы с супругой были вегетарианцами, сами следовали этому пути 10 лет, 10 лет вегетарианства. Перевели многих своих знакомых, родственников на вегетарианство. И по итогам 10 лет мы пришли к выводу, что это был ошибочный путь. Соответственно, мы на себе оценили последствия. Также мы увидели, как многие люди, которые начинали вместе с нами, или раньше нас, или чуть позже нас, также получили серьезные проблемы со здоровьем при таком длительном следовании ограниченным рационам питания. Поэтому мы в последние несколько лет потратили вложили в этот вопрос минимум 70 тысяч рублей и перевели первоисточники по исследованиям доктора Уэстона Прайса о его путешествиях по миру, где он исследовал здоровые, изолированные популяции, у которых не было доступа к БАДам, у них не было доступа к современной медицине, к стоматологии и так далее, но при этом они показывали феноменальные физические результаты своего здоровья, иммунитета, могли переносить просто невыносимые условия жизни, физических нагрузок, вплоть до переноса тяжести, там по 100 килограмм по сложно пересеченной горной местности и более, могли догнать, не знаю, там, бизона пешком, вот, и при этом имели великолепное зубное здоровье вплоть до глубокой старости. Эти фильмы сейчас доступны, и мы их переводили именно для того, чтобы сделать доступными эту информацию для всех заинтересованных людей. Уже 8 частей переведено. Соответственно, вы всегда можете обратиться к нашему плейлисту «Питание мудрой традиции предков» на нашем канале «Союз малых семейных ферм Рояр» на, соответственно, YouTube.
Здесь вы видите иллюстрацию целостного подхода к управлению водой, то есть это система целостного пастбищного выпаса, целостно планируемый выпас Алана Савори. И видно, что здесь аэрофотосъемка территории, где применяется целостный выпас, а соседние территории работают по стандартным технологиям. При этом здесь делается отметка, что эта территория зеленая не потому, что она орошается, а у соседей нет орошения, а потому, что здесь применяется именно метод целостно планируемого выпаса. Я хочу вам привести несколько фермеров, которые являются пионерами в области регенерирующих форм сельского хозяйства. В первую очередь это Джоэл Салатин со своей фермой в США. Он является пионером в области пастбищных бройлеров, пастбищных, соответственно, курни-сушек, лесных свинью выращивают, соответственно, в лесу и полевом формате, и пастбищное содержание 100% травяной корм мясного КРС. Вы можете посмотреть его сайт в интернете. Здесь показана статистика, описаны рынки сбыта, 50 ресторанов, 6 тысяч подписчиков, членов городского клуба покупателей и прямая подписка в биорегионе. Еще одни пионеры 100% молочного КРС на 100% травяном откорме. Это Палм и Филлис Ван Амбург, также США. Соответственно, они являются лидерами по развитию этой отрасли в Америке и достигли хороших результатов, в том числе экономических. Это несколько иллюстраций, как выглядит альпака. Дети просто в восторге от этих животных, и при этом они еще дают высокоценную шерсть, которая не колется, в отличие от овечьей шерсти, при этом она существенно легче, поскольку полная шерсть имеет полости внутри, соответственно, от этого она также еще и более теплая, чем овечья. Лесная компонента спаловни, это примерно таким образом будет выглядеть, то есть аллеи пастбища и, соответственно, древесные элементы в виде спаловни, которые дают быстрорастущую ценную древесину. Она важна тем, что устойчива к гниению, при этом она крайне легкая, имеет плотность около 300 кг на кубометр, очень мягкая древесина, соответственно, ее используют для отделки различных поверхностей, где есть контакт с водой, допустим, это яхты, либо пространство вокруг бассейнов, сауны, также из нее делают различную мебель и так далее. Отделку тех объектов, где важен вес, допустим, трейлеры, дома на колесах и так далее. Также спаловня обладает высокоценной листвой, которая поедается очень хорошо скотом, поскольку в ней содержится большое количество белка, и они с большим удовольствием едят эту листву. Вторая разновидность лесопастбищной системы будет с ценными орехоносами. В данном случае я показываю фотографии черного ореха. Черный орех – это родственник грецкого ореха. В России он в основном присутствует в диком виде в декоративных насаждениях или в лесопосадках, ветрозащитных полосах и так далее. И здесь вы видите, это сортовой орех черный, то есть культурная форма, и у него достаточно большое ядро. У диких форм, которые присутствуют в основном в России, в насаждениях очень маленький орех, его практически невозможно достать. Поэтому есть культурные сорта, и мы их будем возделывать на территории. Помимо того, что орех черный дает высокоценный орех, который имеет высокую концентрацию йода. Это самый высокий сухопутный источник йода на планете. Помимо этого, также очень цена древесины самого ореха. Вы видите, какая она декоративные свойства имеет. Также у нас в качестве орехоносов будет использоваться каштан посевной или благородный, съедобный каштан. По лесопастбищному биокластеру основные показатели объемные – это 150 голов молочного КРС, по 50 голов в трех направлениях – питьевое молоко, масло, сыр. Козы, соответственно, общее поголовье 100 дойных коз. Пастбищные несушки 5 ферм по 4 тысячи, 20 тысяч. Пастбищные бройли 5 ферм по 9 тысяч, соответственно, 45 тысяч голов в год. И индейка 2,5 тысячи голов, альпака 50. Восстановление биома Колхидского леса. Это, как я уже говорил, древняя реликтовая экосистема.
отличается тем, что содержит высокое видовое разнообразие деревьев и кустарников, более 70 видов, многоярусная система, вечнозеленый подлесок, вот, рододендрон, лавровичный, паддуб, внеярусные вечнозеленые лианы и, соответственно, большое количество различных реликтовых растений, существовавших до ледникового периода. Аэрофалины. Это еще одно из направлений, которое мы хотим интегрировать в проект Колхидского леса. Это аэрофалины, это вещества, которые выделяются вегетирующими зелеными растениями. И, как показывают исследования ряда ученых, на основе целенаправленного спланированного спланированных насаждений можно достичь активного фармакологического воздействия от выделяемых аэрофалинов, и оно может быть специфичным, то есть гипотензивное, бронхолитическое, спазмолитическое, кровотворное или бактериологическое, высокая бактериоцидность. То есть воздух такой при посещении таких насаждений будет оказывать целенаправленное физиологическое воздействие и будет содействовать повышению здоровья наших гостей и жителей территории. Еще одно направление – это агротуризм. Это ферма Polyface. Соответственно, здесь видно, как Джоэл Саматин проводит туры для всех заинтересованных людей. Соответственно, собираются достаточно большие экскурсии. И вот на таком тракторе с прицепом в виде нескольких тележек он провозит по различным точкам своего хозяйства и показывает различные системы землепользования, объясняя, почему он ведет свое хозяйство так, а не как его соседи. И его соседи называют его фермером-лунатиком, поскольку считают его не совсем нормальным, потому что он не делает все не так, как они. И Джоэл Саматин так и назвал свой тур «Фермер-лунатик». Также на его территории проходят гастрономические события. Праздник урожая в осенний период привлекает до 10 тысяч человек за 2 выходных дня. Соответственно, там угощают продукцией, произведенной на территории самого хозяйства. Интенсивное биоогородничество – это маломасштабное органическое фермерство по выращиванию овощей и зелени, которое может быть масштабировано до более крупных систем и, соответственно, позволяет получать высокоценную растительную продукцию овощи и зелень. И несколько примеров таких огородников, которые сейчас являются лидерами в этой области – это Джон Мартин Фортье, Канада. Площадь хозяйства 60 соток, из них возделывается 40 под непосредственно огородные культуры. Стартовые инвестиции 39 тысяч долларов и выручка ежегодная 50 тысяч, рентабельность 50%. Соответственно, это фотографии с фермерского рынка, на котором реализуется продукция, в том числе также реализуется по подписке конкретным покупателям и в рестораны. Это фотография внизу семьи Джона Мартина Фортье. Вдвоем с супругой они трудятся на этой территории. Также используется в сезон 2 наемных сотрудника. То есть 4 человека работают на этой территории и, соответственно, позволяют получать достаточно высокий объем продукции, который имеет высокие пищевые показатели, пищевой ценности. Curtis Stone также Канада. Стартовый объем инвестиций 7 тысяч. Это стартовые инвестиции, не все инвестиции. 13 соток – это еще более маломасштабный формат огородничества. И здесь делается акцент на другие культуры, еще более быстрорастущие, высокоценные с точки зрения стоимости за килограмм. И выручка составляет у него 100 тысяч долларов в год, рентабельность 66,5%. Сайт можно также посмотреть. Ферма Never Think Farm, соответственно, это Конор. Хозяин этой фермы, стартовый объем инвестиций 30 тысяч, доход 365 тысяч, выручка имеется в виду, рентабельность 25%, он в данном случае больше акцент делает на закрытый грунт, и, соответственно, здесь уже приходится использовать больше объем наемного труда, поэтому рентабельность ниже, но зато выручка выше. Многофункциональный биокомплекс – это, соответственно, интегрированная структура с зданием, к которому пристраивается с южной стороны двухсветная теплица, в которой возделываются различные культуры, томаты, зелень и так далее. И также функция теплицы заключается в том, что она экономит на
расходы на отопление зимой, естественно, не исключает эти расходы, но сокращает. И при этом в северной части, соответственно, на первом этаже могут размещаться различные промышленные объекты, наподобие складские помещения, цеха по ферментированию растительной продукции, цеха по молочным продуктам, сыроделия и так далее. А на втором этаже, соответственно, размещаются социальные объекты, различные мастерские, места совместного отдыха и так далее. И у нас таких будет два многофункциональных биокомплекса. Размеры этих комплексов здесь указаны. Также на территории нашего центра будет реализован проект лесопастбищного биокластера, точнее, лечебно-профилактических культур, лесозата лечебно-профилактических культур. Это система, которая объединяет в себе две концепции, соответственно, лесосада, как многоярусной многолетней поликультурной системы, состоящей из многоцелевых растений, работающей в симбиозе друг с другом и с окружающей природной средой. И, соответственно, концепция сада лечебных культур, изложенная в книге Леонида Ивановича Вигрова, который также понимал, что фрукты должны выполнять функцию поставки ключевых пищевых и защитных нутриентов. И если это просто вкусный, урожайный, устойчивый к болезням сорт, то это не значит, что это предел мечтаний для селекционера. И, соответственно, он в своей книге приводил анализы по большому объему яблонь, груш, ягодных кустарников и других растений, которые показывают, что наиболее известные сорта являются просто, ну, скажем так, леденцами, версии, растительной версии леденцов. И, допустим, мы сравним сорт мельба по витамину С, содержит в одном яблоке 3-5 миллиграмм, а в яблоке сорта памяти Шевченко 25-35 миллиграмм. То есть мы видим, что это, по сути, в 10 раз больше. По витамину П 30-50 в мельбе миллиграмм и, соответственно, в сорт памяти Шевченко 200-300. То есть мы видим, что съев одно яблоко сорта памяти Шевченко, мы, по сути, съедаем по этим витаминам от 4 до, там, от 5 до 10 яблок сорта мельба. И по факту мы и имеем тот же самый показатель, который мы имеем по сопоставлению пастбищной продукции и продукции от промышленного производства, животноводства или растениеводства. То есть порог, он примерно одинаковый по всем направлениям, которые мы будем использовать. То есть от 3 до 10 крат по тем или иным ключевым нутриентам и защитным веществам. Лесное фермерство, соответственно, это выращивание пищевых лекарственных культур под действующим пологом, лесным пологом. Здесь мы будем возделывать полезные высокоценные грибы, которые в данном случае грибы шиитаке обладают противораковыми свойствами. Если они выращиваются на растительном субстрате, наподобие соломы, то, соответственно, это просто пищевые грибы. Да, по вкусу они будут, может быть, сопоставимы, но по лекарственным свойствам ни в какую они не идут в сравнении с теми грибами, которые выращены на поленьях. Лекарственные растения, женьшень, желтокорень и другие. И, соответственно, продукты на основе и переработки этих веществ, в том числе продуктов, в том числе экстракты. Вот, кстати, Евгений Барабанщиков у нас проявляет большой интерес к лекарственным свойствам грибов и других растений. И, возможно, мы будем вместе реализовывать целый ряд по производству высокоценных продуктов на основе и так уже ценных лекарственных и пищевых растений, растительных и животных продуктов. Малые проекты, лесополевая система, просто чуть более крупная иллюстрация того, что я уже показывал, интегрированная аквакультура и апикультура будут реализованы на территории агробиоцентра. Это пример интегрированной аквакультуры Такао Фаруна, Япония. Соответственно, он фермер и уже стал доктором сельскохозяйственных наук, поскольку ему приходилось отстаивать свою систему, защищать ее. И он защитил докторскую диссертацию на эту тему. И, соответственно, сейчас у него около 10 тысяч последователей в разных странах Азии, кто дублирует, реплицирует его систему и масштабирует ее на своих территориях.
Также отдельное направление, которое сейчас у нас, по сути, не представлено в бюджете, это экотехнологии, экотехноцентр по производству строительных материалов и энергоносителей. То есть силикальцит, допустим, как пример, одна из технологий, которая незаслуженно забыта. Та же Павловня и продукты на основе этой древесины, производство биоэтанола и также некоторые направления солнечной энергетики, но не солнечные электропанели, а другие виды, которые более эффективны и производительны. Основой всех биопроектов, где есть приставка био, соответственно, там это почная микробиология. И мы, соответственно, будем осуществлять крупномасштабное производство корректирующих препаратов, то есть это компост, компостный чай, экстракт, который является по сути инокулянтом, как закваска или, ну вот, соответственно, дрожжевая закваска для производства хлеба. Для того, чтобы получить плодородную почву, нужно внести в нее закваску в виде микробиологии, почной микробиологии. И здесь вы видите несколько иллюстраций представителей грибы, простейшие, соответственно, бактерии, нематоды и корнепоедающие, точнее, питающиеся грибами нематоды. Корнепоедающие нематоды – это негативные элементы, которые в здоровой почве не присутствуют. И я хочу привести один пример, всего лишь один, их у нас очень много, и сейчас уже опубликован на нашем YouTube-канале целый мастер-класс 4,5 часа длиной. Там приведено большое количество примеров деятельности, эффективности работы метода управления почечной пищевой сетью, и один из этих примеров я приведу здесь. Это проект по созданию гольф-клуба, соответственно, это искусственный рельеф, то есть полностью созданный рельеф из инженерной почвы. Под инженерной почвой понимается в данном конкретном случае 100% песок с высокими степенями засоленности. Для того, чтобы повысить шансы на приживание вот этого газона, была вызвана команда доктора Элейн Инхем, которая является экспертом в области почечной микробиологии. И, соответственно, ландшафт был обработан экстрактом компоста. И также поверх, после того, как был расстелен сам уже газон, он также был поверх обработан экстрактом компоста. То есть, по сути, это водная вытяжка из компоста, который содержит высокие концентрации бактерий, грибов, простейших, которые питаются этими организмами. И мы инокулировали таким образом песок и поверхность самих растений и, соответственно, корневой системы. И в итоге, спустя всего лишь 6 недель, мы имеем вот такой результат. Песок, вы видите его включение, тут еще кое-где крапинки присутствуют, полностью преобразован в плодородный слой на глубину в 15 сантиметров. Если вы спросите любого агронома, почвоведа, с какой скоростью образуется плодородный слой, он вам скажет, что в среднем 100 и более лет, это, соответственно, нужное время для того, чтобы образовался 1 сантиметр плодородной почвы. У нас здесь образовалось 15 сантиметров за 6 недель, то есть 1,5 месяца. То есть вместо 1500 лет, 100 лет на 15, 1500 лет, мы добились того же результата за 1,5 месяца. Это показатель эффективности данной биотехнологии по восстановлению почвенного плодородия. И это основа и фундамент всех агропроектов, которые будут реализованы на нашей территории. Соответственно, такое растение, которое получает адекватное питание от почвенной микробиологии, будет содержать повышенные концентрации ключевых нутриентов. Это легко проверить даже с помощью таких приборов, как рефрактометр, которым виноделы определяют, созрел ли виноград и достаточно ли в нем количество сахара. Поскольку фотосинтез проходит более эффективно у растений, которое лучше питается, то, соответственно, по показателям рефрактометра такое растение будет обладать более высокими показателями БРИКС, то есть это количество единиц сухих веществ, минеральных и иных соединений, которые содержатся в соке растения. И, соответственно, как показывает практика, опять же, от 2-3 до 10-15 раз больше БРИКС, чем у промышленных растений можно получать при помощи
восстановление почной микробиологии. При этом мы отказываемся полностью от всех биоцидов, от удобрений, соответственно, от всей наносящей вред как экологии, так и человеку напрямую. От всех этих элементов мы отказываемся. И при этом содействуем восстановлению почного плодородия, удержанию СО2 из атмосферы, поглощению его почвой. Соответственно, этот метод также борется с глобальным, так называемым глобальным потеплением и выделением СО2. И у нас наши системы землепользования будут СО2 негативными, то есть поглощающими СО2 из атмосферы в гораздо больших объемах, чем выделяют. То есть такие проекты будут действовать против накопления СО2 в атмосфере. Итак, на этом я хотел бы завершить визуальную фотоотчет сопровождения наших проектов. Я думаю, вы получили достаточное количество информации. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете писать, оставлять комментарии. Также обращаю ваше внимание, что вы можете зайти на нашу учебную платформу lc.rayar.ru и, соответственно, изучить более детальную информацию о нашем проекте, о базовых соглашениях, о самом проекте. Соответственно, сейчас мы привлекаем новых членов в проект, людей, которые заинтересованы в том, чтобы заниматься любым из перечисленных выше проектов. Также, как я говорил, будут еще и дополнительные проекты, которые сейчас не озвучены. При этом мы привлекаем, естественно, этических инвесторов, людей, которые хотят вложить свои финансовые ресурсы в реализацию проектов, которые восстанавливают плодородие почвы, восстанавливают видовое разнообразие, содействуют улучшению климата, при этом поддерживают семейные фермерские хозяйства и производят суперкачественные биологически полноценные продукты питания, содействуют восстановлению здоровья людей и последующих поколений. Итак, здесь вы видите все наши контакты. Можете писать на почту, звонить на телефон, обращаться через мессенджеры, соответственно, есть WhatsApp, что-то у нас еще, Telegram и так далее. То есть обычные мессенджеры, социальные сети, можете к нам обращаться любым способом. Если у вас остались, или точнее, если у вас есть какие-то вопросы после просмотра нашего видео, то оставляйте комментарии, я обязательно отвечу на любой вопрос. Всего доброго!